Дорогие друзья, подписчики и гости канала, в этом видеоролике я вам представляю аккумулятор на сабельную пилу Просторме с аккумулятором на 21 вольт, емкостью 2 ампера час. Плавные обороты регулируются от 0 до 3000 оборотов в минуту. Инструмент полностью рабочий. Полный видеообзор смотрите в Рутубе и Ютубе 20 июня в 15:00. Вот, смотрите также там промокоды на скидку. И ссылочка будет на этот инструмент. Инструмент пилит все. Металл, пластик, дерево. Так что рекомендую. Кому надо, смотрите и заказывайте. Всем доброго, до свидания.